Блин, ну что, пройти к тебе? Может, кажется, уже да. Так, я недостаточно далеко. Ты на Арана? Да, я бейчу Арана. Собрана дулась. Хорошо. Сейчас они могут пытаться съебать. Гипер для нас последняя цель. Пытаемся убить Локи, я попытаюсь втаклить гипер, но как бы праймари Локи. Ты как живешь? Не очень приятно. Я как бы Локи держу, но... Качается слишком хорошо. Ну, сейчас я ему помогу. Он прошел. Обре, все. Я пройду, наверное. А, блин, там Вульфрайт ебаный. И Кикимора надо Да, мне да, его да. что-то разуплотнить. Собрав Пусть. тебе прошло. Ну, пусть проходит. Больно от Кикиморы. Ну, убиваю дронами. Ну, Сабра побежала домой. Ну, от Кикимора, подожди, Кикимора там же не Вульфрайт, тебе нормально должно быть. Но мне все равно больно, она же раскрутилась. Скоро будет минус Проксис. А, ты ничего, не танканешь? Нет. Я минус. Узнал, а то ты об этом сказал. Потому что гипер сейчас в нуле, скорее всего. Понятно. Если они за мной, ну да, не, он в нуле, если они за мной не поедут, то как бы это... ГГ. А я не АСП. знаю, что так, я вроде и грелся, и под бустерами. Не знаю, что. Но я иду вторым гипером. Ну Пока. подожди, пока не иди. Пока... Пока я в домашке буду, да, Да, подкрадывайся к дыре, ну как бы. Так, еще плюс гипер. Ага. Нет, это был Армагеддон, сорян. Это был не гипер. Может, статик пройти, нет? Да нет, я же в статике как раз. Хорошо. Кикимору я убил, сейчас буду гипера стрелять. По-моему, гипер минус. Он вообще был без танка. Понятно. Ну, Надо вернее, было. там было как говно. Анцелярка у него была одна. Держишь кого-нибудь? Нет, я же говорю, гипер умер как-то быстрее, чем я ожидал. То есть Локи ушел, остальных как-то. Локи ушел, да, гипер, я это умерло, сейчас армага меня будет ловить. А я типа от нее убегаю. Тихо, незаметно еще в курсу сяду.
The capacitor is empty. A module has run out of charges. A module has run out of charges. Гипер был полярный. Вот чё я умер. Ты заценил, да? Yeah. A module has run out of charges. Я тут ловлю просто армагу. А она не хочет ловить. Подло. A module has run out of charges. A module has run out of charges. Армага тоже. Эх. Ну я ее не стал держать, потому что она мне делала больно нейтриками. Uh-huh. Еще что-нибудь у них есть? Не знаю, ты мне скажи. Ну, там пока только собра. Так, ну вот вроде проход был какой-то. Четыре форта. Тайфун флит. Имидж шляпу. Будет ли он в меня въезжать, интересно. A module has run out of charges. Как у Тайфуна дела? Сейчас, надеюсь, будут плохо. Да, у Тайфуна плохо дела. Он не успел МЖДшнуть. Бузерт андокнулся. Не знаю зачем. Похолдешь его пока?
Ну, так постараюсь, конечно. Они, блин, нейтрят меня все что-то. Нет, это вопрос, это не... Да, нет, постараюсь. Нет, это правильная мысль. Я как бы сам чрезмерно увлекся пока. Бундарт поварпал к нам. Они, видимо, будут чекать, что у нас еще есть. Нужно убрать окна с цитки. У меня вроде все убрано. Они у нас на дыре стоят. Давай это... На спот, может? У меня вроде все... А, нет. Да, окей. В смысле, в домашке. Умрал. Не сговаривайся, на один спот уварпали. А, это мой любимый спот. Так. Ведьмак андокнули. Я к тебе пошел. А там нет сцептра готового к приключениям? У меня нет. Жаль. Самбра только есть. Добра, ведьмак так себе ловит. Ну да. Курса есть. К сожалению, тайфун убивает курсу. Будет сейчас очень забавно, если тайфун сджамит меня. У него как раз МЖД откатилось. Не сджамил. О, ведьмак койтер прям 2000 топит. 7 человек в фортике. Плюс Деймос. Деймос варпает? Пока только андоканулся. Может быть, мне встать на дыру? У них бузерт обратно вернулся на... Ну, на фортик. Угу. Плюс Мантикора. Ну, Мантикора фигня. Деймос поварпал. Деймос я хочу. Я потихонечку тогда подтягиваюсь. Да пока у нас дом. Ну, да, давай. Деймос отварпал ко мне? Да. Окей. А, добиваю тайфуна флит. Надеюсь, что они... Хотя... Ну да, да, вот они. Он уже здесь. Кикимора опять. Блин, вряд ли у тайфуна есть батарейки. Что-то мне подсказывает. Тебе батареек надо, да? Да нет, тебе, я заброшу. К тебе Кикимора пошла. К тебе нельзя пока присоединиться, да? Да пока спокойно все. Понятно. Они как бы не особенно хотят драться. Ну, в смысле, они хотят, но не умеют. Ну, соответствует названию. Ай, я не знаю, на что планировал Деймос, но он просто въехал мне в ноль. Понятно. И сейчас умрет, да? Весьма вероятно. Но стрелять хотя... хочу. Ладно, это я всегда так.
Не, так справедливости ради, мне больно. Пока, конечно, можно еще мне не помогать, но больно. Так, ну и больше пока ничего не андокается. Ну а еще 4 тела в форме. Не, полярный гипер это, конечно, прикольно. A module has run out of charges. Капсула возвращается на фортик. A module has run out of charges. Я не знаю, кто хотел ведьмак. Он тоже решил ехать ко мне. Понятно. Брутик с Нави. Неплохо. A module has run out of charges. Пошел к тебе. Слушай, это какое-то представление. Нужно в цептор. А может я вместо ужасной курсы возьму какой-нибудь гнозис? М? Прекрасный. Конечно. Доедет ли на меня Брутикс? Да, ну слушай, походу едет. Понятно. Тоже в ноль? Ну, я думаю, да. Как еще? Разве можно как-то по-другому здесь ездить? Ну, турбофин же. Доминик с Нави. Это беда. A module has run out of charges. Все еще ничем не ехать? Думбары меня не убивают еще. Что ехать-то, если не убивают? А у тебя какая-нибудь антимелочь есть? Ты не хочешь вот всякую кикимору, прочую мелкую дрянь? Да не особо. Но у меня есть. У меня есть Нави Вексор, но это не антимелочь. У меня есть курса, но это не антимелочь. Нави Вексор это прям топовый антимелочь.
он бластерный. Ну окей, хорошо, давай. Ну тебя Бротикс может убить, правда. Но... Ну я попробую с этим что-то сделать. Нет, ты как бы только не вместо гипера. Если ты гипер собираешься сбросить, нет, то не надо. Нет, нет. Гипер вполне себе стоит, ждет. Будет и то при необходимости. Угу. Доминик с нами пошел к тебе. Угу. Так, на Вексором иду, да? А, ну да, давай. Но если так, тебе главное только от Брутикса Нави будет уворачиваться. Ты сможешь увернуться от него? Попробую. Вот пара на тебя в 10, вот. 10, можно даже в 20, наверное. Has run out of charges. Намекаю Мантикоре. Ага. Что-то уварпал или что? Не, я хочу Брутикса. А он катается как сука. Угу, понятно. A module has run out of charges. Антикору выгнал. Угу. А не хочешь Брутикса мне поймать? Пробую. Я почти в сотке от него. А, окей. A module has run out of charges. Так, я все батарейки наброшу пока. О, блин, я спалил себе граплер. Вот я молодец. Ну ладно, бывает. Warp drive active. Ты только не поймай сейчас Брутикса ненароком, а то я не помогу, не держу. Понятно. В смысле, я отвлекся. Ну, это он меня поймал. А, он тебя поймал? Ну, да, дизом только, но не с крамом. Совершай маневр уклонения. А лучше веди его ко мне. В общем, все, поехали загонять Брутикса. Правда, без граплера я, конечно, никого не загоню. Но если ты его подскрамбишь... Чуток не хватило, пробую сейчас дать греф. Скрам. Сетка. Я въезжаю. Потерпи чутка. Погрей там танк, вся фигня. Если ты... А, это я сморчу. Я сейчас кину на него джамдронов. Не-не, он пока, по-моему, тебя дамажит. Хорошо. Взял. Угу. Мантикора на нас топит. Ага, Мантикору забирай, я джамлю Брутикса, если что. Ты
пытаюсь джамить. Ну, давай лучше. Ну, выезжай, выезжай из-под Бротикса, я Бротикса держу. Мантикору можно развлекать. А я пока не убиваю Брутикса, потому что надеюсь на домик. Или, может быть, ты готов домик втаклить? Наверное, все-таки не готов. Ну, окей. Так, а домик там смотрит просто. Ему нравится смотреть. Нет, он реварпать поехал. Давай сейчас он реварпнет к нам, и мы его примем. Ну, плохо довольно. Но... Домик-то? Нет. С Мантикорой, видимо. Ну, не умирай, не умирай. О, дал скрам Мантикоре, Мантикора кончил. Брутикс, он по тебе стреляет просто. Я надеюсь, что сейчас домик к нам придет. Кончу скоро. Ты кончишься? А с чего? Ты вообще не въезжай, не въезжай в Брутик, смотри, чтобы он тебя не убил. Покатайся, ты в 30 от него, у тебя все нормально. Вообще уезжай просто, уезжай нахрен и все. А дальше что, этот придет? Домик. Только главное, по касательной уезжай, не надо напрямую уезжать. Я под скан единичку щелкаю. Домик. Нет, домика, да. Стабер появился. Это, видимо, за тобой. Я не выйду. О! По касательной выходи, не выходи напрямую. На в бок выходи. Я сейчас стреляю в бок уже домику, в смысле, Брутиксу. Просто чуть-чуть поживи, и все нормально будет. Я кончил. Сори. Ну, не умею я в эту мету. Какая тут мета? Стреляй да убивай. Так, взял домик. Ага. Ну, ты пригоняй следующую что-нибудь. Гипер? Не, ну, легкая пока. Гнозис? Гнозис, давай. Домик, а с чего ты так всекаешь-то? Да небось тоже полярный. Да нет, вроде же. Танкует. Надо посмартовать. Видимо, грелся домик. Тенгу. Тенгу может быть дорогой. Пока на андоке. Стикс Саркастрофия Рим зовут. Ни о чем не говорить. Ну, может, просто мы его сейчас убивали. Тенгу пошла в варп. Тенгу пошла к тебе. Хотелось бы. Ну, я видел, и у меня же глаза. Ну, она еще не у меня. Слушай, забавные ребята. Так, ну, по-моему, сейчас домик умрет. Эх. Я не буду его халдить, я надеюсь, он батарейку отсыпет. Ага. Тем более, тенга, по идее, должна прям прийти в ноль. Если она из этих, из тех, кто приходит в ноль. Так, тенга, мы ждем твоего варпа. У меня ее на подскане нет. Нет, она у меня. Она у меня. Я просто хочу, чтобы она в 155, я хочу, чтобы она варпнула ко мне в ноль. А она, по-моему, не хочет. С чего? Мне это обидно. Ты
Инга, ну давай, домик живет. У него все хорошо, он вообще прям кайфовый тут стоит. С 2% хула. Кек. Может, они там лутаются? Да, Цинга поехала лутаться. Вот псина. Ну ничего, я единственную зеленку вроде подлутал. Я в гнозе забыл пасту в инцелярочку. То есть у меня там одна зарядка. Бывает. Но я, наверное, все равно не перезаряжусь. Ну пока как? Нет, не вези его пока. У меня тут пока все спокойно. Угу. То есть мы с домиком теперь друзья. А Тенга там летает, чекает лут. Еще капсула на фортик пришла. Пойду помогу Тенге чекать лут. А, Тенга топит в дыру. Что-то знает. Уехала, псина.